5 декабря, пятница. В 6 часов 22 минуты лидер Харьков прибыл в Севастополь, имея на борту 500 бойцов маршевых рот. С наступлением темноты лидер обстреливал скопление войск противника в деревне Дуванкой. В то же время эсминец «Способный» обстреливал Качу. В 16 часов 20 минут транспорт «Белосток» и плавбаза «Львов» в охранении крейсера «Красный Крым» вышли из Севастополя в Туапсе. На борту их было 486 тонн различных грузов, 890 раненых и 140 эвакуированных граждан. Через два часа транспорт «Жан Жарес» в охранении эсминца «Железняков» вышел из Севастополя в Поте. На «Жан Жарес» было погружено 1500 тонн боезапаса артиллерийского отдела Черноморского флота, 4 зенитных орудия, 10 автопрожекторов, 500 эвакуированных граждан. Адмирал Октябрьский ответил маршалу Василевскому: «Десантную операцию на Керченский полуостров можно выполнить. Предлагаю главные места высадки: Керчь, Феодосия. Сковывающее направление: Судак. Высаживать с боевых кораблей при сильной артиллерийской подготовке кораблей. Одновременно начать наступление из Севастополя. Руководство поручить Исакову, мне из Севастополя тяжело». 5 декабря для выяснения дислокации вражеских войск на побережье Крыма в тыл противника командование направило несколько групп разведчиков. Для выполнения задания с разведывательно-диверсионными целями в Евпатории был выделен отряд в составе 56 человек под командованием капитана Василия Топчиева и батальонного комиссара Ульяна Латышева. 5 декабря 1941 года с наступлением темноты отряд вышел из Стрелецкой бухты на двух катерах малых охотниках и, благополучно прибыв к месту назначения, произвел высадку. Разбившись на две группы, отряд начал прочесывать город с двух сторон. Узнав, где находится полицейское управление и гестапо, мичман Федор Волончук, оставив на улице охрану, ворвался с бойцами Захаровым, Кирьяком и Соколовым в здание. Десантники сняли дежурного, уничтожили двух полицейских и пытавшегося бежать офицера гестапо. Захватили в плен 6 полицейских, забрали документы и освободили арестованных. После этого здание было подожжено. Другие десантники подожгли склад с зерном на хлебной пристани, взорвали пассажирскую пристань, уничтожили 4 парусно-моторные шхуны и катер, перерезали в нескольких местах телефонно-телеграфные провода. Блестяще выполнив задание, отряд без потерь вернулся в Севастополь, доставив 9 пленных, много документов и ряд ценных сведений. Капитан Топчиев и комиссар Латышев были награждены орденами «Красная звезда». Остальные участники операции получили медали за боевые заслуги. В наградном листе Василия Топчиева содержится описание подвига за добычу ценных сведений о противнике, за налет на город М в тылу врага и разгром комендатуры гестапо, и за непосредственное умелое руководство отрядом в операции.